Привет. Привет еще раз. Это мой видеодневник. И первое видео будет посвящено моей работе. Работаю я руководителем в салоне связи компании «Связной». Вот, собственно, моя фирменная одежда. Моя фирменная одежда. Все по Ефилу, фиолетовая рубашка, цвета индиго. Серый свитер и, собственно, мой бейджик, который подтверждает мою должность. Там, короче, написано администратор. Ну, очень плохо видно, но не суть. Даже не знаю, что и рассказать. Кстати, мне было приятно, когда проголосовали за мои фотографии в группе «Андрогины». Не знаю, к чему эта фраза, но пусть будет. Сегодня у меня на обед вот эти вот семена тыквы. Вкус своеобразный, как будто бы тебе пёрнули в рот, честное слово. Сейчас мы работаем с Муратом, менеджер по продажам, мой коллега, мой хороший приятель, собственно. Ну, я вообще со всеми дружу, ну, практически. Я слышу в зале какие-то крики, наверное, там люди что-то покупают. Ну, скорее всего. В общем, сегодняшнее видео будет посвящено исключительно моей работе. Чуть попозже я выйду в зал. И вы увидите, что там происходит. Пойду-ка я выйду в зал. Только аккуратно. Потому что там люди. Там реальные покупатели, господи. Пойдем в зал. Сзади батарейки, которых практически нет. Сегодня Пасха, поэтому у нас нет ни одного посетителя. И мы жрем семечки. Я и Мурат. Вам хорошо. Мурат. Привет. Всем привет. Мурат, как ты относишься к тому, что твой руководитель трансвестит? Я вполне, в принципе, нормально отношусь. Я за свободные. На самом деле... Что? Нет, на самом деле все крайне гордятся, наверное. Мы очень гордимся нашим руководителем Аней. У нас посетитель. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам за телефончик можно заплатить? Да, конечно. НГТС, да, у вас? Угу. Сейчас пойдем, смотрим. Это какой ПН? Это 600 ID. Угу. Мы тут видео снимаем. А он и видео сейчас? Ну да, вот прямо сейчас, в реальном времени. Странно. Можете передать привет кому-нибудь, пользуясь случаем. Нет, не надо. Там прямо транслируется в интернет. Фильмы здесь. Что у нас тут еще? А, андроид. Зеленый андроид. Вот он сзади. Вот он. Ноутбуки. Сейчас скажу точно. 36 тысяч. 36? Да, почти 37. Тумба МФУ, угол МФУ, но МФУ у нас сейчас пока нет. Это кредитный специалист. Тыкс. Что еще? Так, сейчас посмотрим.